О, вот она, смотрите, сейчас она подойдет к вышке, сейчас она подойдет к вышке. Ой, сколько она уже наспавнила, блин, летучих мышей и просто сносит башню. Офигеть. Ребят, многие зрители меня постоянно спрашивают, где можно купить недорого гемы, чтобы это было безопасно. Так вот, на сайте Clash Kings продаются недорого гемы, дешевле, чем в игре, и я гарантирую вам, что здесь 100% вам гемы выдадут. Я лично пользуюсь этим сервисом, и большинство моих зрителей тоже покупали здесь гемы, и им их благополучно зачисляли на аккаунт. Есть в последнем разделе ссылка на паблик, вы можете почитать там отзывы, написать клиентам, которые уже как бы пользуются этим сервисом, ну и там уже делать выводы, покупать вам на этом сервисе гемы или нет. Также здесь еще кейсы, можно приумножить свой баланс, открывая кейсы, и при пополнении 100 рублей вы получаете 50 рублей в подарок. В общем, ссылочку на сайт оставлю в описании, заходите, смотрите и пользуйтесь. Итак, ребятки, всем привет, это новый выпуск по Clash Royale, и сегодня, ребята, я хочу записать очередную фан-атаку, где я буду играть легендарные карты 6 уровня. Нахожусь я сейчас почти на 4700 кубков, в начало сезона, тут очень будет тяжело мне фаниться, поэтому придется мне сейчас слить кубки. Надеюсь, я это делаю, ребят, не зря. Если ролик соберет 10 тысяч лайков, я запишу еще одну серию с той легой, которую вы попросите в комментариях. Подписывайся и ставь лайки, а я пошел сливать кубки. Итак, ребята, значит, я думаю, что этого достаточно, 4000 кубков, значит, сегодня мы будем фаниться ночной ведьмы 6 левела. У меня зеркало максимального уровня, а оно максимального уровня зеркалит леги на 6 левел. У меня в колоде есть дровосек, но мы его не будем выбрасывать на 6 уровень, достаточно и так. Мы будем ведьму на 6 зеркалить и посмотрим, на что эта тетя способна. Ну и, собственно, я, ребят, готов, надеюсь, что все получится. Кстати, напоминаю, 10 тысяч лайков, вы пишите в комментариях: «Холдик, хочу, чтобы ты снял 6 уровня, к примеру, Спарки», да? И я такой: «Окей, 10 тысяч лайков набрали, комментарий тоже лайков набрал какой-то там, все понял, вы этого хотите, делаю вам Спарки 6 уровня». Или: «Холдик, хочу пламенного 6 уровня. Ну, вы поняли, да? Думаю, не надо продолжать. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и пишите, какую бы легу 6 уровня вы бы хотели увидеть. Так, я слился для того, чтобы у меня получилось пофаниться, чтобы... Так, давайте попробуем дракошку. Зап готовим сейчас. Дракон, а что ты? Я думал, он сагрится на сборщик. Я слился для того, чтобы... Так, стоп. Не трожь, успокойся. Слился для того, чтобы... Никак не могу закончить мысль. Чтобы нормально пофаниться, потому что на моих кубках там не получается фаниться. А вот здесь видим, что я могу себе зеркало взять, да? Сейчас поставим через зеркало еще сборщик. Забиваем на банду гоблинов, хоть она и 12 уровня, да и вообще плевать. Ставим еще один сборщик эликсира. Он, блин, тоже ставит. Короче, у него 3 мушкетера, парни. Так, ну что, сейчас я готов ставить, в принципе, голема. Но я не готов еще выбрасывать ночную ведьму. Вот так попаду. Ладно, ставим голема. Сейчас выбросим дракончика чуть попозже. Или давайте, я не знаю, что-то дровосека выбросим. Вот, и, блин, и до сих пор нету зеркала. Вот сейчас мы выбросим ночную ведьму на 6 уровень. Смотрите, пацаны. Так. Сначала сделаем вот так. Сначала вот так сделаем, да. Замечательно. И у нас эликсира должно хватать. Такс, одна ведьма пошла. И вторая 6 уровня. Бам! Ведьма 6 уровня. Зачем я скриншот сделал, когда не видно, какой она уровень? Блин, только задефайся, братан. Братан, задефайся. Так. Нанесите урон по ведьме. Замечательно, скриншот получился. Такс. Блин, она толком сейчас... Толком и не надамажит, да? То есть, как бы она... Ну да, молодец, но как бы... она и урон не нанесла. Ой, блин, ладно, слишком низко я спустился. А я не знаю, может еще какую-то колоду придумать с ней? Ну, не, в принципе, норм, поехали. Просто цикл был мне неудобный. Если бы цикл был немножко другой, мы бы ее в деле испытали. Так, снова цикл. Говно, цикл. Че, может ему торнадо слить просто? Не, торнадо не будем сливать. Чего ты бомбишь, брат? Ну, я понимаю, ребят. Кстати, я вот сразу хочу обратиться к тем зрителям, которые мне в комментариях напишут, типа, из-за таких, как я, вы сливаетесь. Ребятки, я на таких кубках не сижу. Я ради одного видосика слился записать, чтобы для вас эта рубрика вам нравится. Предыдущие выпуски набрали много просмотров. С Мегарыцарем набрало 250 тысяч просмотров, с призраком набрало сколько, 300 тысяч просмотров. Вам нравится смотреть, как 6-е леги
разносят просто. Вот, ну, на высоких кубках у меня не получается, потому что нормальной колоды адекватной нету. А пофаниться только если пониже спуститься. Поэтому, ну, реально, не судите строго. Сап. Хорошо. Давайте сольем дровосека и поставим сборщик через зеркало. Я представляю, как у него сейчас пригорит, когда увидит дровосека 5 уровня. Так, задефайся, плиз. Ставим сборщик и через зеркало еще один сборщик. Все. Хотя не, мне надо зеркало для ночной ведьмы, в принципе. Не, поставим еще один сборщик, подождем цикл до ночной ведьмы. Да, ставим сборщик через зеркало. Я думаю, что вот сюда поставить. Так, и что мне сейчас делать? Как мне задефать гиганта, кто подскажет? До ночной ведьмой. Ночная ведьма только по-другому никак, абсолютно. Пламенный просто слева. Давайте, значит, дракончика сольем. Дровосека слева выбросим. Блин, я боюсь, что он сейчас не задефается. Очень боюсь, переживаю за него. Так, ставим сборщик. Ну и все, у меня доступно зеркало. Поэтому сейчас, сейчас мы сможем выбросить две ведьмы. Ставим, значит, голема. И сразу выбрасываем сейчас две ведьмы. Две ведьмы. Две ведьмы. Значит, мне надо 9 эликсира. Первая ведьма пошла. Вторая ведьма 6 уровня пошла. Дракончик пошел. Так, хоть бы ее сразу не потерять. Хоть бы ее сразу не потерять. Еще один скриншот для превьюшки. Так, и что у нас? Второй голем пошел. О, вот она, смотрите, сейчас она подойдет к вышке, сейчас она подойдет к вышке. Ой, сколько она уже наспавнила, блин, летучих мышей и просто сносит башню, офигеть. Еще одну ведьму подбрасываем и еще одну через зеркало. Просто смотрите, как... О, боже, просто спам ночных ведьм. Смотрите, какая красота. Офигеть, плюс 31. Так, ну и последний бой по традиции. Естественно, кубки теперь надо возвращать, но я их верну буквально за один стрим, там изи. Я сливался и жестче, до первой арены сливался, и мы за два стрима взяли обратно мои кубки. То есть это такое, это временное. 10 уровень. Так, я забиваю на принцессу, даю ему такую небольшую фору. Так, ну тут, конечно, уже это наглость, тут зап используем. Ждем его гоблинскую бочку, потому что я уверен, что там... А, нет, там не гоблинская бочка. Это колода запбейт со спарки. Ок, бро, я тебя понял. Сейчас пойдет гигант. Мы лишимся левой вышки. Но ничего. Зато я поставлю сборщики сейчас. Да? Так. Наверное, я могу лишиться сейчас и трешки, но... Через зеркало не буду использовать. Давайте с помощью торнадо подтянем. Попробуем вот так вот. Ну понятно, я ожидал, что я лишусь вышки, ребят. То есть я как бы не планировал ее задефать. Но у меня сейчас цель... Сейчас цель не потерять трешечку. Трешечку не потерять. Так, хорошо. Давайте сольем ночную ведьму и поставим два сборщика. А? Я думаю, нормальная тема. Ставим сборщик. Ставим сборщик. Сейчас еще один через зеркало. Надеюсь, он их трогать не будет. Надеюсь, я вообще выиграю. А то я такой самоуверенный какой-то. Так, ну, в принципе, он 10 уровень, у него 8 гигант. Что там переживать-то? Такс. Давайте дракончиком уничтожим принцессу. Так, все, ставим голема. Понеслась. Понеслась. Так, блин, знаете, в чем проблема? Что у меня зеркала сейчас нету. Давайте выбросим дровосека. Надеюсь, парки не уничтожит. Не уничтожит. Дровосека. Так. Зап. Хороший зап. И две ведьмы дамажат этого. Это спарки. Ну, они уже уничтожили, конечно. Так, еще одна ведьма пошла. Сейчас через зеркало еще одну выпущу. Оф, парни, да тут что-то намечается. Дискотека сейчас будет. Смотрите, сколько будет летучих мышей. Просто ночные ведьмы сносят все на своем пути. Жаль, конечно, что я не могу еще выпустить одну, к примеру. Давайте с помощью торнадо подтягиваем. И полностью ночными ведьмами я уничтожаю. Класс, класс, конечно, 6 уровня, блин, я не знаю, от этого скорость выпуска юнитов зависит от уровня или нет. Летучих мышей, они просто уровень летучих мышей
меняется от прокачки. В общем, ребятки, честно, мне по фану. Я сливаться, мне не сложно сливаться, когда вы ставите лайки, когда вы подписываетесь, и вам такие видосы нравятся. Если не заходит видео, я продолжать не буду. Если хотите какой-то следующий ролик с подобной, подобном формате, да, ну, можете что-то предложить, может, свое, не знаю, может, напишите, что добавить, может, записывать на своих кубках, вам будет все равно, что будет 3 поражения, или, может, колоду какую-то предложите. В общем, пишите, предлагайте, я почитаю, если что-то годное увижу, обязательно об этом отсниму, этот коммент еще лайкну. На этом буду прощаться, ребятки, спасибо вам всем за просмотр, желаю вам всем удачи, хорошего вам всем настроения, до новых встреч, и всем, пацаны, и ребята, и девчули, пока!